Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас будет странный скринкаст, который больше похож на философское эссе. Ну уж простите, потянуло на философию. Тем более, что тема достойная – федерация. Хотя правильнее она называется Fediverse. Слово образованное слияние Federation и Universe, то есть федерация и вселенная. Но я все-таки буду употреблять термин «федерация» для определения Fediverse. Во-первых, потому что чаще по-русски ее называют именно так. И во-вторых, потому что термин этот очень хорошо отражает и суть организационной структуры, и главную миссию децентрализованной федерации как некой альтернативе централизованным платформенным мегакорпорациям. И тут, конечно же, хочется вспомнить Джона Барлоу и Декларацию независимости киберпространств. Правительство индустриального мира, утомленные гиганты из плоти и стали. Вы не обладаете верховной властью там, где мы собрались. Глядя на масштабы Facebook, ВКонтакте и Twitter, их методы контроля, сбора поведенческих данных и алгоритмы вывода новостей, скажет ли кто-нибудь сегодня, что сеть – это место, свободное от правительств и корпораций? Скорее уж вспоминается фраза из «Звездных войн» «Вот так свобода и умирает» под гром аплодисментов. Напомню, это когда верховный канцлер провозгласил преобразование республики в империю. А значит, как вернуть все назад? Правильно, вернув республику с федеративным устройством. Поэтому я говорил, что скринкаст у нас сегодня странный, поскольку федерации как таковой не существует. Как какой-то платформы или какого-то сервиса, который можно обозреть. Федерация — это объединение децентрализованных интернет-сервисов. Вот карта звездного неба с пульсирующей точкой в центре, которая говорит: «Привет, путешественник, оставь привычный веб позади и погрузись в уникальную часть интернета». Вот это все — это федерация. Вот, например, Мастодон — самая крупная часть федерации. Население более 3 миллионов человек. Мастодон — децентрализованная социальная сеть, о ней я расскажу отдельно, буквально в следующем скринкасте, и вам все станет понятно о федерации. Но пока продолжим обзор. Вот PeerTube, аналог YouTube, сеть из независимых видеохостингов, объединенных общим протоколом передачи данных. Население почти 60 тысяч, особенностью является, например, еще и то, что он использует P2P-технологию. Проще говоря, торренты — это позволяет уйти от необходимости содержать огромный хостинг, который оплачивался бы с помощью рекламы. Вот Friendica — социальная сеть, сервер которой можно установить самому. Население 6300, хотя по интерфейсу это практически Facebook. Вот PixelFed — население 23 500. Это аналог Instagram без рекламы и слежки. В общем, не буду рассказывать про все, ссылку на карту оставлю в описании. Сами можете посмотреть и выбрать подходящий вам сервис. Но сразу скажу, что наличие аккаунта в одном сервисе совсем не отменяет вашего гражданства в федерации в целом. Мы привыкли, что являясь гражданином Facebook, мы не можем общаться с гражданами, живущими, например, во ВКонтакте. Тут все не так, и это, наверное, главная особенность федерации для пользователя. Имея аккаунт в Mastodon, вы можете читать, лайкать и переписываться с теми, кто зарегистрирован в PeerTube и наоборот, это же федерация. Поэтому если с чем-то и сравнивать Fediverse, то не с социальными сетями, а с почтовыми сервисами. Имея почту на Gmail, вы спокойно можете написать письмо человеку с почтой на Яндекс и наоборот. Это первая особенность, прикладная. Вторая особенность, глобальная – децентрализованность. Федерация – это децентрализованная сеть, то есть здесь нет какого-то центрального сервера не только у самой федерации, но и у отдельных сервисов, которые входят в ее состав. Все эти сервисы общаются друг с другом с помощью протокола ActivityPub, который позволяет обмениваться сообщениями без какой-то центральной структуры или организации. Любой человек, имеющий средние познания в программировании, может взять этот код, а все приложения тут бесплатные с открытым исходным кодом, поднять у себя сервер и стать одной из ячеек или нод. И, если очень грубо, стать владельцем маленькой социальной сети. Пользователи будут регистрироваться у него на сервере и следовать тем правилам, которые установил создатель ноды, то есть отдельной установки. Вот, скажем, таких нод или серверов у Mastodon почти 3000. Но при этом самого главного центрального сервера Mastodon нет. Каждый может создать свое маленькое сообщество на Mastodon, доработать его или что-то изменить,
а пользователи могут переехать с одного сервера на другой, если администратор, например, окажется грубым и начнет впихивать рекламу. Но давайте подробнее об ActivityPub. Как такое может быть, что жители Facebook общаются с жителями ВКонтакте? Как это осуществить технически? Посредством общего протокола. Протокол ActivityPub был опубликован в 2018 году и пришел на смену O-статус, с которого, собственно, федерация начиналась. Очень грубо, смысл в том, что если люди, на которых вы подписаны, независимо от сервиса, проявляют какую-то активность, информация об этом поступает к вам на сервер, где вы зарегистрированы и хранится в личном инбоксе. И также информация о вашей активности поступает к ним, независимо от ноды и сервиса, в котором вы зарегистрированы. Протокол ActivityPub имеет статус стандарта консорциума всемирной паутины W3C, а следовательно поддержан на высшем уровне. Напомню, W3C основал сэр Тим Бернерс-Ли, автор протокола 3W, который сделал интернет таким, каким мы знаем его сегодня. Круг замкнулся, революция свершилась. Планета вернулась в исходную точку, пора начинать новый виток. Он ли это или ждать нам другого? Посмотрим. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропустите следующие видео, ну и любите друг друга. Thank you.